Ну что ж, приветствую, друзья, и это второй выпуск новостей с канала «Важного кота». И начинаем сходу. Пластик Платун. Производитель крутых солдатиков, в группе которого все еще идет конкурс, главным призом в котором является набор советских морпехов. Конкурс будет длиться до 6 марта, поэтому у многих еще есть время попытать свои силы. Также в группе Пластик Платун в очередной раз показали в качестве затравки солдатика нового отряда советских бойцов. Я подозреваю, что они появятся к 75-летию Победы. Многие производители планируют к этой дате какие-то наборы. И также стоит отметить, что до того, как испортились пресс-формы, Пластик Платун успел отлить еще небольшую партию вьетнамских бойцов, поэтому, несмотря на то, что они закончились практически во всех интернет-магазинах, их все еще можно приобрести, написав в личку автору проекта Пластик Платун предложение строго ограничено. Группа солдатиков инженера Басевича практически никак не отреагировала на появление наборов швейцарцев для Чинтойс, а в интернет-магазин они уже поступили, но это никак не было отмечено за прошедшую неделю. Godlike Mega Master продолжает лить своих орков, а также показал оформление коробочки для полного набора. В скором времени миниатюрные армии коллекционеров начнут пополняться этим чудным отрядом. Войны и битвы. Производители плоских солдатиков в очередной раз демонстрируют свои одиночные фигурки, отливаемые в смоле. Лично я немного скептично отношусь к подобного рода миниатюре, но в то же время еще в руках такого не держал, поэтому не стану уж слишком усердствовать в своем скепсисе. Также «Войны битвы» предупреждает о повышении стоимости пересыла. Теперь почтовая пересылка будет стоить 350 рублей при условии, что вы покупаете на их ресурсе, в их интернет-магазине. Ну а покупки свыше 1700 рублей будут пересылаться бесплатно. Все это происходит из-за увеличения тарифов Почты России. И есть подозрение, что в скором времени почтовая пересылка будет привилегией богатых людей. Однако вернемся к более позитивным новостям и посмотрим на процесс создания Змея Горыныча от «Войны и битвы». Об этой фигурке уже было упоминание в предыдущем выпуске новостей, так что в этот раз мы можем просто полюбоваться более детальными фотографиями. Напомню, что выпуск «Драконов в пластике. Войны и битвы» предположительно сможет запустить в конце весны, начале лета. Ну и конечно же стоит отметить, что «Войны и битвы» появились на Wildberries. Именно туда ушли все первые партии в новых упаковках. Компания Просто Тойс запустила таки своих дракончиков и фигурки по мультфильмам о приключениях капитана Врунгеля в сети гипермаркетов «Глобус». Данная акция продлится до 10 марта. И насколько я понимаю, за покупки там даются некие фишки, которые потом можно использовать для оплаты половины цены фигурки. К сожалению, в моем городе данной сети магазинов нет, но может быть кому-то эта информация покажется полезной. Группа Lost Soldiers, некогда запустившая амбициозный проект Battle Force, очень затянул выход фигур, но все же обещания были выполнены и боевые жабы получили все, кто их заказывал. Фигурки выполнены совместно с мастерской Berserk, и недавно была замечена такая информация, что возможно в ближайшее время произойдет выпуск дополнительного тиража боевых жаб. Будем наблюдать и держать вас в курсе. Солдатики LAD продолжают знакомить подписчиков с работой над новыми конными фигурками. В частности, был показан конный скиф номер 4. Вот такая фигурка ожидается в грядущем наборе. Солдатики Орфина Джуса проводят опрос по поводу потенциальных предзаказов. Если у вас есть желание приобрести какой-то из наборов, выпускаемых данным производителем, и вы 100% уверены, что вы его возьмете, и на момент выпуска вы будете готовы его оплатить, то милости прошу в группу Орфина Джуса проголосовать, какие из наборов данного производителя вас больше всего интересуют. На момент выпуска данного видео лидируют федеральные войска Российской Федерации в чеченском конфликте. Очень интересная информация из группы «Приказ» солдатики Алексея Писарева. Была опубликована фотография фигурки, и можно было предположить, что это никто иной, как наемник Майкл Хоар по прозвищу «Безумный Майк», если исходить из смысла поста под данной фотографией. Что это? Новый набор или очередная бонусная фигурка для узкого круга людей? Будем ждать развития событий. Горыныч Пласт продолжает работу над набором золота скифов от солдатиков LAD. То, что нам показывает LAD, Горыныч Пласт переводит в 3D-модели. Именно сейчас, на этом этапе 3D-моделирования, и находится работа по подготовке к выпуску этого набора солдатиков. Также Горыныч Пласт продемонстрировал первые пробные отливки русской конной дружины для
войны и битвы, о которых говорилось в предыдущем выпуске. Chief Flame Nature с полным ходом идет подготовка к выпуску Battle Tots и Темной Королевы из этой вселенной в размерах 5 см для лягушат и около 6 см для королевы, и показаны 3D-рендеры, которые можно лицезреть на стене данной группы. Мастерская Берсерк продемонстрировала свою первую бронзовую фигурку, и это простой медведь. Сами миниатюры из бронзы отливаются сторонним мастером, и, как говорится в постах Берсерка, высотой эта фигурка будет 46 мм. Предзаказ на данного медведя автор обещает открыть в скором времени. И интересное замечание по поводу солдатиков Коки. В литейном цеху, у которых вовсю кипит работа, отливаются новые отряды уже вышедшего набора гоблинов и также переливка аритетовской фигурки магистра Йоды, которая в свое время была переливкой кеннеровской фигурки. Копия копии. Но никаких анонсов по поводу данных отливок не было, поэтому можно предположить, что это работа, выполняемая на заказ для определенного списка людей. Альянс Свободных продолжает демонстрировать отливки отряда Долг, тираж которого на данный момент уже полностью отлит. Осталось только дождаться, когда бойцы начнут расходиться по своим будущим хозяевам. Также в Альянсе Свободных был показан пятый боец отряда «Волчья стая» от Азиза Аминова. Персонаж по имени Кристина Ямато по прозвищу «Эрудитка». Боец-вирусолог завершает данный отряд, но в комментариях появился вопрос, а не будет ли данный набор укомплектован 6 персонажами в соответствии с каноном? Ведь «Волчья стая» — это персонажи из вселенной «Обитель зла», и в составе данной группы находится 6 человек. Ну и, конечно же, открыты вопросы, будет ли тираж, и самое главное, когда. В группе ретро-игрушки до сих пор на главной странице закреплен пост с авторским рабозверем Магнусом, который, насколько я понимаю, до сих пор доступен для приобретения и, возможно, придется по душе всем любителям тематики робозверей, потому что автор, создавая данного персонажа, старался, так сказать, следовать канонам и сделать фигурку максимально похожую на то, что когда-то в 90-е выпускал технолог и некоторые другие производители. Ну а тем временем мастерская Сварог Влада Броника, участника Альянса Свободных, продемонстрировала некоторые этапы появления фигурки Ведьмака. Ну и какой же выпуск новостей без технолога? На самом деле любой. Технолог не очень часто радует новостями, а если и выдает что-нибудь на обсуждение, то не всегда это приходится по душе аудитории. Сразу несколько групп ВКонтакте, Южный Форпост, Эпоха Робогир, Космовойна выложили у себя на стенах информацию о том, что анонсирована подготовка, теоретическая, конечно же, к выпуску 10 новых наборов. Конечно, это сказано громко. 4 из них планируются по вселенной Битвы Фэнтези и 6 по бронепехоте. В рамках Битвы Фэнтези должны будут выйти, внимание, пакетики. Да, ничего другого мы, наверное, уже и не увидим в этой вселенной до конца своих дней. И соответствующие наборы будут содержать по 2 отряда, 2 орудия и снаряды для этих орудий. То есть планируются очередные наборы солдатиков для игры в песочнице. Гномы против орков, кентавры против минотавров, паладины против стражей тьмы и эльфы против скелетов. И если касательно бит фэнтези технолог скромничает, то касательно бронепехоты имеются настоящие наполеоновские планы. Были показаны большие коробки, которые уже когда-то обсуждались на форуме и в группах ВК. Это, так сказать, возрождение идеи наборов с кибертанком и МСТ-2. Но, увы, как и во всех последних выпусках бронепехоты, там планируются урезанные отряды солдатиков по 4 персонажа. А также продемонстрированы 4 потенциальных набора, переделанные из старых. Когда-то уже выходили наборы, в состав которых входят руины и отряды солдатиков. Теперь эти наборы планируются дополнить врагами, в качестве которых будут по 2 фигурки бойцов и боевая машина «Раптор». К слову, технолог таки распределил своих Ваха и Хейла воинов. Теперь Ваха воины – это тяжелая штурмовая пехота Велиана торгового протектората, а Хейла воины – это спецназ планеты Шиду, воюющий на стороне
империи Полярис. К слову, заказчиком новых бронепехотных наборов выступает компания «Нескучные игры», а это значит, что возможно получится приобретать такие наборы в интернет-магазинах. Ну и, конечно же, надеемся на корпорацию «Фэнтези», что они непременно привезут себе партию наборчиков в случае их выхода. Естественно, под новые наборы были написаны новые и, как всегда, упрощенные правила для игры. И очень неожиданно то, что был принят текст одного из форумчан с форума технологов в качестве официальной редакции, так сказать, легенды новых отрядов бронепехоты Хэлла и Ваха воинов. И также были показаны возможные варианты развития линейки Castlecraft, в которую наконец-то решили добавить конструктор, некогда бывший в наборах битвы фэнтези. И что больше всего радует, со слов директора, для этого конструктора будут отливаться отдельно скрепляющие элементы из достаточно гибкого материала, который практически невозможно сломать в нормальных температурных условиях. Ну что ж, зная технолог, вся эта информация может как оказаться правдой, так и может быть предана забвению, либо измениться до неузнаваемости на этапе производства. Как говорится, будем посмотреть. По своему обыкновению, все ссылки на ресурсы я оставляю в описании. Проходите, знакомьтесь самостоятельно, вступайте в споры, высказывайте свое мнение, предложения и идеи. А на этом все. С вами был Важный Кот. Пока.